10 октября в Бакинском бизнес-центре начала работу 18-я республиканская конференция профессиональных союзов работников культуры. Поприветствовав участников конференции, председатель республиканского комитета профессиональных союзов работников культуры Джамиля Сатарова отметила, что в адрес конференции поступили многочисленные поздравительные письма от ряда местных и зарубежных организаций. Она выразила признательность всем за высокое внимание. Затем был заслушан отчет мандатной комиссии. Руководитель аппарата республиканского комитета профсоюза работников культуры Мирза Алибеков выступил на конференции с отчетным докладом. В отчете представлена обширная информация о деятельности комитета в 2013-2017 годах. Высоко оценив деятельность профессиональных союзов работников культуры, заместитель министра культуры и туризма Адалят Валеев отметил, что структура, объединяющая многочисленное количество работников культуры, за последние годы осуществила важную работу. Пожелав успеха в работе конференции, председатель конференции профессиональных союзов Азербайджана депутат Милли Мяджиса Саттар Мехпалыев рассказал об осуществляемых в нашей стране экономических реформах. Затем по единогласному решению участников конференции Джамиля Сатарова была избрана председателем Республиканского комитета профессиональных союзов работников культуры. В заключение активисты профессиональных союзов работников культуры были удостоены различных премий и почетных грамот. Севда Джафарова, Шакир Гурбанов, Гумбат Мамедов, Азертач.